Сегодня профессиональный день работников брачных агентств. У Бутагоз Серикбаевой приятная работа – связывать узами гименеи молодые пары. За 3 года наша героиня соединила свыше 1000 пар. Это уже давно привычный для Бутагоз текст. Произносит эти слова ежедневно около 30 раз. По специальности она юрист, но нашла себя в работе по узакониванию отношений любящих друг друга сердец. У нас каждый день сочетаются браком молодые пары, но чаще все же в выходные дни. Возраст сочетающихся от 18 до 25 лет. Встречаются и те, кому за 30-40 лет. Сочетали браком и тех, кому за 50. Арман и Назирке счастливы. Наконец, они соединили себя узами гименея и создали семью. Они поклялись, что будут верны своей любви и будут вместе идти по этой жизни. Мы также решили пожениться в день бракосочетания. Пусть у каждого казахстанца будут такие же счастливые дни. Мы будем стараться оправдать надежды своих родителей. Очень счастливы. В областном центре в среднем регистрируется 30-40 браков в день. В прошлом году были обручены около 3000 новых семей. Айгерим Курмангали, Назирке Торихан, Талгат Альменов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.